Всем привет! Это Софа и Торгом и наш подкаст об обществе, развитии и образовании. Мы возвращаемся после перерыва, чтобы снова говорить о тех темах, которые нам кажутся интересными. И сегодня мы поговорим об образовании в эпоху дистанцирования. Да, мы решили, что эта тема сейчас очень актуальна, и мы хотели бы обсудить и российский рынок образования, как он развивается, с какими проблемами он сталкивается сейчас, и, в общем, посмотреть на статистику образовательного бизнеса в мире. И также мы хотели бы посмотреть на то, какие тренды вообще существуют в данном сегменте и что нас ждет в ближайшем будущем, может быть, немножко порассуждать. Но перед этим я хотела бы, чтобы мы, Торгом, обсудили проект твой и Кости Берно, вашу российскую школу модели ООН. Я даже участвовала в этом проекте. Совсем недавно вы проводили трехдневный марафон для всех желающих, в котором обсуждали различные аспекты дипломатии и международных отношений. И расскажи, пожалуйста, как вы к этому пришли, почему вы решили создавать свой образовательный проект и какие у вас планы? Да, большое спасибо, Софа. Действительно, во-первых, я хочу поблагодарить тебя за то, что приняла участие в том, о чем я сейчас расскажу. Кратко скажу, что мы создали наш проект. Это студенческий проект. Проект абсолютно некоммерческий, который не преследует цели получить прибыль ни в каком роде. И проект образовательный. Образовательный в сфере международных отношений ООН. Мы начали с того, что летом прошлого года организовали сессию в Американском центре при посольстве США в Москве, где я в тот момент стажировался, и это был как один из моих проектов стажерских. И вот мы с Константином Берно, с моим сооснователем, придумали такую сессию, где в течение нескольких дней ребята, которые интересуются моделированием, могли получить практически полный набор навыков, учиться, как выступать, как писать документы, как отстаивать позицию страны, в общем-то, что нужно для участия в модели ХОО. Затем мы идею стали развивать, провели еще одну сессию, и постепенно сформировалась такая уже полноценная команда, которая ведет группы в разных соцсетях, пишет статьи, пишет новости, публикации. И мы готовим, уже совсем скоро запустим платформу с онлайн-курсами на разные темы, и ООН, и международных отношений, и языковые, будет английский язык, французский язык для международников. Поэтому, совсем недавно, буквально пару дней назад, мы проводили трехдневную такой онлайн-марафон, который назывался «Международник со всех сторон», в котором мы рассматривали разные аспекты. Фактически они все были связаны с будущими курсами, которые будут на нашей платформе. Были такие краткие выжимки из этих курсов. Софа принимала участие и рассказывала о международном суде ООН. Да, мне было очень интересно готовить эту небольшую лекцию о международном суде и о муткортах, о различных моделированиях международного суда. Для меня тоже это был первый опыт. У нас была довольно, для меня, немаленькая аудитория, 45 человек, поэтому опыт классный, и я вообще очень горжусь с вами, ребята, что вы запустили такой проект. Но, Торгом, скажи, пожалуйста, почему вы в итоге решили делать его некоммерческим? Потому что образовательный бизнес и все эти онлайн-платформы набирают большие обороты, и только в 2019 году вообще весь этот рынок был оценен в России в 45 миллиардов рублей. Я думаю, вам тоже нашлось бы в нем место. Почему вы решили делать его некоммерческим? Это действительно очень вопрос такой сложный и, в общем-то, правильный, конечно, потому что это было довольно трудное для нас решение. То есть не буду кичиться и говорить, что решили это легко. Для нас это было естественно, что мы должны быть полностью предлагать бесплатный продукт. Нет, это не было простым совершенно решением. Мы долго довольно к этому шли. Я бы сказал, наверное, больше месяца мы думали, обсуждали, с Константином. У нас были звонки постоянные. Мы вживую не могли видеться эти последнее время, но мы все время созванивались по ночам и по днем. И все время у нас было обсуждение, пытались понять, что мы, в общем-то, хотим видеть из этого. И
Это решение, оно имеет несколько под собой причин, и я кратко их обозначу, потому что, естественно, может показаться странным, что да, труд столько, такого количества людей, потому что же не только наш, то и редакция, в которой у нас ну, уже 6-7 человек. Ну да, и преподаватели, которые делают. Преподаватели, да, которые каждый делают свой курс, преподавателей уже 6. Вот, и мы будем расти, безусловно. Но это объясняется несколькими причинами. Первая причина то, что наш проект, он студенческий. Да? У нас ребята в основном студенты, у нас есть аспиранты даже. Вот, но это проект, ну, мне не нравится, что молодежный, но студенческий проект. Он проект молодых людей, которые сами в образовании. И которые сами учатся и уже считают, что готовы делиться знаниями. То есть не только их получать, но и делиться этим знанием. И мне кажется неправильно, что вот то сообщество, то комьюнити, которое мы хотим строить в рамках нашей школы, именно комьюнити наших слушателей, учеников, наших преподавателей, людей молодых, заинтересованных в развитом прогрессивном гуманитарном ну, дополнительном, скажем так, образовании. Мы не претендуем на основное образование, безусловно, но тем не менее вот в образовании гуманитарном в нашей стране мне кажется, неправильно, чтобы это было как-то омрачено денежными отношениями. Ты правильно сказал, естественно, рынок онлайн-образования в России, он растет, он большой. И, пожалуйста, есть огромное количество курсов, за которые можно заплатить и получить замечательное, качественное образование и навыки в абсолютно разных сферах, начиная от программирования, заканчивая там, не знаю, языками и так далее. Вот. Но я должен отметить, что вот, например, по вот таким темам международных отношений, именно дипломатии, очень мало. Я скажу, что их почти нет вообще какого-то вот образовательного контента, такого структурированного, серьезного. Не просто где-то лекции, да, лекции полно, можно на YouTube просмотреть и так далее, да. Есть курсы на Курсере, курсы, но они в основном все на английском, вот, по нашим специальностям. Вот. А именно вот того, чтобы те люди, которые молодые, те, которые сами в образовании, которые знают, что такое современное образование, и могут им поделиться со своими более молодыми, младшими коллегами, именно коллегами, потому что мы как бы единая комьюнити. Вот такого в нашей стране, да я вообще могу рискнуть предположить, исходя из своих знаний и опыта, что и в мире такого немного. Мне кажется, неправильно, что мы это превращали в бизнес и в денежные какие-то отношения. Мы, безусловно, вот, сказать, у нас есть платформа, мы сейчас продвигаем платформы донейшена, вот. Ну, это всегда, мы всегда приветствуем, если люди хотят там пожертвовать свой рубль на то, чтобы этот проект развивался. Но я еще хочу пояснить, что это абсолютно студенческая история, абсолютная история внутри этого нашего комьюнити. Мы не ставим себе цели, как сказать, стать самой большой онлайн-школой. Мы вообще не, я даже онлайн-школу бы это не называл. У нас есть название слова «школа», но оно скорее больше институционально в значении, а не в значении именно школы, как, например, Skyeng школы есть там. Ну, много школ сейчас, не буду перечислять. Я вот недавно тоже смотрел. Но при этом вы все равно создаете свою платформу, на которой будут онлайн-курсы. И что самое главное, и мне кажется, важное сейчас, то, что ваши курсы, они очень направлены на такую узкую тематику, и этим самым они будут набирать популярность, и они будут максимально интересны для людей, потому что вы выбрали свою такую нишу узкую, и вы ее будете продвигать. Ну, действительно, я с тобой согласна, что сейчас это больше такой, да, проект, когда ты передаешь свой опыт, свои знания подрастающему поколению, и сами преподаватели, да, так называемые, мы тоже не имеем какого-то специального образования, мы сами студенты, и мы свой накопленный опыт просто передаем ребятам, может быть, отчасти поэтому тоже пока проект не коммерческий, но вообще в будущем ты допускаешь, что когда-нибудь вы выйдете на получение прибыли от этого проекта или сугубо пожертвования? Если честно, то вот на данный момент я не вижу даже смысла, если честно, превращать этот проект в какой-то коммерческий. Там есть несколько причин, в том числе потому, что, ну, скажем так,
Мне кажется, что вот как только мы начнем превращать это что-то в коммерческое, для нас закроется очень много дверей. Например? Ну вот смотри, я приведу простой пример. Он такой, наверное, может быть, не очень публичный был, но, тем не менее, я думаю, что никто мне не обидится, если я скажу. Вот. Мы проводили весеннюю сессию. Да, надо понимать, что просто как сказать, что школа — это не только курсы онлайн, которые все тут будут запускаться, там их еще как бы нет в доступе. Это и наши сессии, наши платформы, ну, наши вот страницы, где мы пишем, а наша редакция пишет о материалах и так далее. Это много что на самом деле. Вот. И... Но главное, что есть в нашей школе, это именно вот атмосфера вот этой вот комьюнити, ощущение того, что вот курсы, наши, так сказать, материалы на сайте, на странице, все это единое. Мы это не делим, что у нас есть курсы, у нас есть то-то-то. И вот отвечая на вопрос, какие двери, вот я вот приведу пример, что вот мы проводили сессию живую вот в начале марта, как раз вот за прям буквально за несколько дней до уже, когда... до того, как в Москве объявили о запрете на публичные мероприятия. И наша сессия должна была пройти в одном из российских университетов, московских, очень известных, которые все знают. Вот. Но, и вот должна была начаться в пятницу эта сессия. Вот. С пятницы, в субботу, в воскресенье она должна была идти. 3 дня в этом университете. Все уже было готово, уже, так сказать, это, и вот в четверг я был в Москве, и мне позвонили и сказали, что университет закрывается, и поэтому, соответственно, невозможно проведение мероприятия. А у нас 50 человек, у нас люди из Элисты, из других городов, то есть как бы люди едут в Москву специально на это мероприятие, и тут как бы площадки нет. Ну, где хотите, в общем-то, собирайтесь. И мы вот с Константином... Ну вот, у нас было 4 часа вечера этого дня, о том, что уже день подходил к концу. Мы нашли площадки на 3 дня, причем нашли их абсолютно бесплатно. Вот последняя площадка, это была гостиница, но она нам сделала такую скидку, что ну просто это считать, что бесплатно там провели, это, ну, как бы, а потом 90% была скидка, 95% была скидка. Вот, поэтому вот, и нам, к нам шли навстречу, потому что мы студенческий проект. Наш мой проект не коммерческий абсолютно. Мы абсолютно проект только объединения. Как бы, да, но даже, с другой стороны, если бы вы брали за него деньги, вам бы тогда не пришлось выпрашивать. Я практически уверен в этом, да. Все сразу обозначили свои цены. Учитывая, что мы будем именно объединением, даже не организация. Я даже не хочу нас организацией слово называть. Во-первых, у нас нет никакого оформления, мы студенты, которые вот, сказать, своим интересом это делают. Это объединение, комьюнити, сообщество, объединение по интересам. Ну, у нас есть сайт, у нас есть, так сказать, почта и так далее. Ну, как сказать, мы просто хорошо оформлены, но это не отменяет того, что мы студенческое объединение такое. Объединение людей, интересующихся современным гуманитарным образованием в сфере политик, международных отношений, там, языков и так далее. Вот. Поэтому, да, ты абсолютно верно сказала, что если бы мы были коммерческим проектом, ну, не знаю, нам бы... Не дай. Да, у нас потом в первый день еще место сорвалось, и мы уже там, что там, мы за 15 минут просто, слава богу, что это было рядом. Вот, поэтому... Да, уже начинались сложности с организацией мероприятий, уже все потихоньку закрывалось, и вы, конечно, успели провести свою сессию прямо вот в последние дни. С другой стороны, очень классно, что вы так быстро успели немножечко сменить свой формат и подстроиться под реалии, когда все дистанционно, вы быстро придумали эту идею с онлайн-курсами и с марафоном. Так что да, здорово, что вы перешли в онлайн. И вообще, наверное, в этом и есть все прелести дистанционного обучения, которые и до этого были всем известны, но сейчас как-то наиболее ярко проявились. Это и доступность, неважно, где ты находишься, неважно, в какой-то ситуации находишься, ты всегда можешь получить доступ к курсам и образовательным ресурсам любых университетов, любых каких-то коммерческих проектов, и ты можешь с легкостью делиться своими знаниями, если ты имеешь какую-то экспертизу, и доносить до потребителя в онлайн-формате эти знания. Вот какие еще плюсы, ты думаешь, несет в себе онлайн-образование, как тебе кажется? Мне кажется вообще, что
Вот этот карантин, эта вот пандемия, она сыграет очень позитивную роль во многом в образовании. И она заключается в том, на мой взгляд, что мы поймем, не только в образовании, но в первую очередь в образовании, мы поймем, осознаем очень много того, что мы делали неэффективно, того, как мы много тратили ресурсов и средств на то, что совсем можно было сделать по-другому и гораздо более эффективнее. На то, что совсем не нужно было какие-то огромные площади занимать, офисов и так далее, что все реально можно сделать гораздо более компактно, эффективно, сэкономить очень ограниченные ресурсы нашей страны, планеты. Вот, поэтому... А в образовании то же самое, потому что я, например, кстати, вот не разделяю убеждений. Я вот слежу за дискурсом, который разворачивается активно среди преподавательского сообщества, ну, какого-то публичного, даже не публичного, вот многие преподаватели, и молодые, и уже опытные очень, они вот говорят, что, ну, вот, что дистанционное образование, тем более высшее образование, это совсем не то, это абсолютно ухудшение качества и так далее. Я на самом деле абсолютно не склонен к этому. Вот. И я думаю, что на самом деле вот, дистанционное образование, если просто как бы не иметь проблем с техникой, настроить ее. Это, конечно, важный момент, безусловно. Но, знаете, вот такой же важный момент, как чтобы аудитория их не продувала, знаете, реально живых. Ну, аудитория да. Продувает, и все сидят в куртках. То, наверное, тоже, как бы, у меня бы такое было, вот. То, наверное, тоже не сильно тоже можно получение просто холодно. Диоген сделал, конечно, бочки, но тем не менее, не все диогены, как бы. Поэтому вот. И поэтому я думаю, что все как бы настроить технику, что в принципе не сложно абсолютно. Сейчас платформы сделали просто огромный скачок вперед. Сейчас, не знаю, не нужно как раньше включать проводной интернет и так далее, дать вот этого звонка. Я помню хорошо очень времена, когда вот эти были, вот подключаешь провод, и она прямо как реально как телефон, включается. Это было отдельная песня, там имейл мог загружаться часами. Вот, с картинками имейл, это можно было забить просто на него, он бы не загрузился. Вот, но сейчас всего этого нет, сейчас все очень удобно. И это дает возможность сконцентрироваться исключительно, на самом деле, на образовательном процессе, не отвлекаясь ни на что лишнее. Вот у вас есть время занятий, вы включились, вы четко видите время и так далее. У вас все возможности общения с учениками такие же, на самом деле. Ну, хотите кто-то спросить, поднял руку, дали слово, сказали, дал слово. Да, ну, мы знаем, как это делать в тех же Zoom'ах, да не только в Zoom, на многих платформах. Поэтому мне кажется, вот, что надо уже на все... Потом нам надо всем понять, что вот этот формат, он надолго, он не на период нынешней пандемии, он на очень долгую перспективу, потому что, даже если она пройдет, да, эта пандемия, мы не знаем, когда она пройдет, мы не знаем, когда... Ну, уже сейчас многие вузы объявляют как минимум осенний семестр онлайн, а некоторые уже замахнулись на весь следующий академический год, что все будет происходить дистанционно. Так что, да, к этому нужно быть готовым. Да, к этому нужно быть готовым, и как раз из-за того, что, например, потом может быть следующая пандемия, о которой говорят, да, что это может продолжаться, и, реально надо понять, очень многие вещи, которые мы делаем вживую, но это не значит, что все, мы понесли их только компьютеров, нет, но просто реально какие-то вещи можно делать гораздо более эффективнее, можно гораздо больше эффективнее расходовать время на занятия, не заниматься болтовней по часу, а конкретно четко следовать плану. И когда ты в онлайне, ты так или иначе чуть-чуть соблюдаешь план, потому что все это становится более транспарентно. И это, на самом деле, я понимаю, возможно, для нашего образовательного сообщества в нашей стране это еще не так привычно для многих, потому что, как тут у нас вот есть, так сказать, принятая старая система вот этих вот пришли на лекцию, а вот то, что у нас на семестр есть в плане занятий, это вообще в одну сторону, а мы ведем вообще как хотим, и это никогда не совпадает. Бывает такое, не у всех, конечно, но многие бывают это, что есть там расписание, да, семестр, там занятия, да, что темы А, Б, С, Д, Е, а у него там Ф, Д и так далее идут. И, да,
Поэтому там как-то все-таки в западной системе это уже немножко все-таки стало гораздо структурированнее, сложнее. Ну, зависит от того, да, что очень независимый подход к образованию, и в, ну, вот у нас, мы можем только на собственном примере это обсуждать, когда мы учились в американском университете, каждый преподаватель независимо прорабатывает свою рабочую программу, и он обязан прописать весь силабус, разослать его заранее всем ученикам, у кого-то детальнее, у кого-то менее детально, но прописано, когда что вы будете изучать. Здесь же все-таки кафедра разрабатывает программу, поэтому она не индивидуализирована под преподавателя, и она не отвечает иногда его каким-то требованиям и желаниям. И, соответственно, бывает очень много изменений по ходу дела, что-то там не вписывается, не успевается и так далее. Да, это, конечно, большой промах. Но мне кажется, что вот в целом какая-то такая общая несобранность, которая присутствует у нас, отсутствие вот системы выверенной, хорошей, мешает вот так вот плавно и понятно перейти на эту дистанционную систему. Я с тобой полностью согласна насчет всех плюсов, которые ты озвучивал, и даже ты упомянул про то, что в целом мы поймем, как мы неэффективно используем ресурсы, как мы, например, вредим природе неэффективно. Даже если затронуть вопросы образования, мы же говорим не только про образование университетское там какое-то или школьное, мы также говорим, например, про повышение квалификации рабочих и сколько, например, происходит различных переездов, да, куда-то путешествий для того, чтобы кто-то куда-то поехал, поднял квалификацию, поступил там куда-то, прошел какие-то курсы, и, соответственно, переход на онлайн-образование также и снижает вред экологии, да, если задуматься так по-хорошему. И вообще очень, я смотрела, около 60, наверное, процентов всех расходов на повышение квалификации именно работников в компаниях занимают вот эти вот путевые расходы, что вообще ужасно дорого, да. И... Ну, а основные расходы на квалификации занимают кофе-брейки. Да, я согласна с тобой, что образование получается наиболее эффективным, потому что даже на ту же самую Курсеру заходишь, у тебя четко прописано все расписание, в какую неделю сколько материала ты получишь, и я думаю, что, ну, все равно преподавателю не хочется 2 часа стоять перед камерой и читать одну монотонную лекцию. Записывают много таких сжатых 15-30 минут видео, в которых вся информация дается в таком вот очень хорошем, доступном формате. И еще что очень классно, что эта информация всем слушателям этих курсов дойдет вот в неизменном виде. То есть, например, в очном варианте, да, у одного потока преподаватель провел так лекцию, а на другом потоке там он был немножко уставший или что-то там у него произошло, он что-то решил не рассказывать, и все получают не одинаковый как бы формат, не одинаковый объем знаний. В онлайн-образовании это, конечно, исключено, потому что есть запись, ты ее смотришь и смотришь сколько угодно раз, усваиваешь, и все классно, все круто. Поэтому плюсов, конечно, очень много. Да, главное, чтобы с этой записью была возможность и потом лично как-то связаться с преподавателем. Вот, да. Я и тоже я с тобой согласна, что абсолютно вот все на онлайн переводить не стоит, что все равно нужна либо какая-то координация от настоящего преподавателя, какие-то вот эти вот office hours, когда ты можешь прийти и поговорить, и что-то обсудить. Потому что совсем уж на онлайне, конечно... Я бы дебил, на самом деле, вот честно говоря, я не знаю, как назвать, и, может быть, наверное, придумал какие-то термины для этого, но я бы делил именно вот онлайн-образование, то есть, как, вот ты проходишь просто курс, да, там, на Курсере, например, вот, да, то есть, где у тебя, ну, фактически нет возможности связаться с преподавателем, на некоторых курсах есть Курсере, это правда, ну как, там в Discussion, например, или как да, называется? Форум, да, что там может идти, ну, не факт, что ответит и так далее. А нет, есть этих... форумы, где сами пользователи тебе помогают, отвечают, ну, и вы вместе да, как да, коллаборируете. Да, а это... есть еще курсы с финальным заданием, которое ты отправляешь там кураторам этого курса или вот именно, да, да. Хотел сказать, изготовителю, создателю этого курса, и он их проверяет, что, конечно, вот, тоже классно. Вот я бы именно делил бы вот именно вот такое образование, вот, то есть онлайн чисто, которое вот фактически ты один на один с собой, по большому счету. И образование, которое при помощи интернета, технологий, но которое вживое, которое с преподавателем. То есть здесь семинары, например, да, где вот вы общаетесь в группе или там, или, по крайней мере, есть часы приема. То есть, да, например, в нашей школе вот обязательно это, есть такой момент, что
наших курсах у студентов будет возможность, там, если они пройдут, например, определенную уже часть курса, они могут имеют право на, ну, на встречу в онлайн-формате, имеют офис hours, в общем-то, на часы приема с преподавателем. Какую-то небольшую, но тем не менее. Вот, дальше уже по желанию обеих сторон. Вот. Но мне кажется, очень важно, потому что вот это вот сейчас то, что, скажем, университеты переходят на онлайн, например, многие американские университеты, вот мой американский университет, он тоже перешел на такую систему, предлагает, кто хочет, гибридный вариант. Но все-таки, тем не менее, это постоянная связь, постоянный контакт. Это не то, что вы живете своей жизнью, университет живет, он выложил вам курс и делал. Нет. Более того, например, вот американский университет Вашингтон даже есть такая, я не знаю, наверное, в других университетах это тоже есть. Кстати, вот могут напишите, если есть, или вам известно. Вот в моем университете американском есть такая история, есть даже вот, ну, у каждой программы там есть свой лаунж, да, где люди могут прийти, пообщаться, ну, там есть ресепшн свой, и вот они сделали онлайн-ресепшн. В онлайне. Онлайн-ресепшн, ты можешь зайти по этой ссылке, там включается что-то такое, и потом, кстати, кто-то тебе подключается и начинает с тобой из программы, из сотрудников университета. Вообще, то есть это живое, только не обязательно. Ну, кроме того, что есть там записаться на встречи с кем хочешь вообще, то есть, ну, это все, ты постоянно ощущаешь, что ты, как бы, тебе делают максимально так, чтобы ты не ощущал того, что ты где-то далеко. Что ты вот просто рядом, просто ты предпочитаешь сидеть из собственного дома, скажем так, ну, потому что так безопаснее, так удобнее и так далее. Вот это важно. А, как бы, вот, если нашим университетам это удастся реализовать, в принципе, я не вижу в этом ничего катастрофически сложного или чего-то такого же. Я не понимаю, что в этом нет в этом большой проблемы. Вот мне кажется, что у нас в техническом плане все в порядке. Довольно-таки подготовлены тоже системы. Я думаю, тут больше вопрос именно... Мы, наверное, не готовы... Вот не технически, а в целом мы еще не осознали в том, что то, что время идет вперед, и нам нужно как-то адаптироваться ко всем этим онлайн-технологиям. И у нас очень многие учителя, может быть, профессора в вузах еще как-то они более-менее пытаются разобраться, но, например, в школах, мне кажется, очень болезненно восприняли этот переход на онлайн. И, например, преподаватели даже не знают, как Zoom пользоваться, Google Docs, вот этими всеми непонятными страшными штуками. Да, торгом разрешают. Почему, да? Вот, это, кстати, очень просто, на мой взгляд, объясняется. Это объясняется, в первую очередь, учителями, а потому что, ну вот я буквально вчера прочел, я пару дней назад, нет, наверное, больше, попал по телевидению на канал ОТР, есть только общественное телевидение России. Ну, там вот бывает довольно... Редкий человек, миллениал, который смотрит телевизор. Я вообще, ну я вынужден, потому что надо быть в курсе, я считаю, поэтому уже имеет возможность об этом говорить. Тем не менее, мы не смотрим телевидение, да, постановка, но, тем не менее, это по-прежнему важный фактор в нашей стране, от этого никуда не денешься. Вот, нет, я имею в виду, что ОТР-канал довольно приличный, на самом деле, вот, там бывают передачи довольно... Ну, то есть, это, в принципе, это не Россия один, там, не Первый, не ТВ, это, как бы, там, в общем, приличные люди довольно бывают. И, в общем, там была такая передача новостная, у них есть такой формат, они принимают звонки, то есть там можешь позвонить и сказать. И там была тема, и приглашают какого-то эксперта обычно. Вот. И там была как раз тема про дистанционное образование, что вот как вы вот смотрите, оцениваете и так далее. И вот там позвонил преподаватель, он представил, что он из Пензы, преподаватель в университете, вот, и он сказал, что вот, ну, это, говорит, ужасное дистанционное образование, говорит, я, говорит, за свой счет купил компьютер, провел лучший интернет, потому что, ну, не было такого сильного. Купил там камеру, купил там то, все, 30, потратил всю свою зарплату. Mm-hmm. И, ну, и что? И как бы, а у многих студентов до сих пор это, ну, включаются с телефона. Ну да, ну нет, мне кажется, в этом и фишка, что ты можешь подключаться... Я понял фишку в том, что это проблема, почему у нас, скажем, преподаватели, там, учителя в своих школах, да, не хотят, им тяжело, потому что у нас абсолютно нет никакой возможности, им не помогают никак. Да, и финансирования нет, и почему-то он на свои деньги должен закупать эти мониторы. Даже, ладно, ну, финансирование, ну, бог с ним, продолжим, большинство есть даже с компьютером дома, ну, хотя финансирование важно, безусловно, но элементарное сопровождение сделать,
назначить человека, который будет помогать. Я не знаю, может быть, есть каких-то университетов в школах. Я не берусь судить, потому что я не знаю. Но я вот, насколько это вижу, очень много где, в школах особенно, в университетах, мне кажется, с этим получше, но вот в школах с этим сложно. Ни финансы не помогают, ты верно говоришь, ни... Потому что это дополнительные расходы, которые, в общем-то, не по вине человека, не по вине учителя или преподавателя. Да? Потому что так сложилось. Значит, университет, организация, школа должны поддержать, должны выделить. Я знаю, что в некоторых это так и есть. Я не буду спросить. Вот интересно, если тот, кто нас слушает, у вас есть опыт именно университетский, или у вас есть знакомые в школах, как у вас проходил период адаптации на онлайн, потому что в моем вузе нет никакого отдельного человека, который бы все это координировал. Есть профессор, есть староста, и у них вот большинство коммуникации происходит, они разбираются сами во всем. Может быть, у вас как-то иначе? Поделитесь своим опытом. Я не знаю, хвалить ли опять снова американскую университет, мне же неудобно от этого. Да, ну нет, если там действительно какие-то штуки уже адаптированы, и все хорошо, классно функционирует, почему бы этим не поделиться? Не, ну там есть целая просто отдельная служба, которая онлайн-лернинг, которая вот, там есть люди, которые, преподаватель любой может позвонить, и ему скажут, что, как там. Если, например, нужна какая-то техника, то могут ей... там, обеспечить и так далее, ну, дать в аренду как-то, ну, на время, там, не всегда, конечно, но тем не менее. Я знаю, что я слышал где-то, не буду врать, не помню где, что есть российские университеты, например, которые очень оперативно расформировали свои компьютерные классы и раздали компьютеры тем, кто нуждается в них. Mm-hmm. Я такой слышал, я не беру эту идею, вот, надо еще к этому подготовиться, но вот я слышал, такое mm-hmm. есть. Да. Ну, у нас есть, например, IT-отдел в университете, я не знаю, насколько он эффективно работает, мне, к счастью, не пришлось к ним обращаться, но все равно как-то по большей части каждый сам за себя. Это, конечно, грустно. Хотелось бы, чтобы вот эти все процессы вспомогательные, операционные, проходили вообще как по маслу, чтобы все было сфокусировано на образовании. Ну да, вот в государственных учреждениях, наверное, все-таки сложно все эти процессы адаптировать, но зато у нас есть... другой сегмент, да, коммерческих каких-то проектов в России, которые очень классно развиваются. Я, честно говоря, именно российскими платформами, наверное, не пользовалась, хотя я знаю, да, вот Skyeng, Netology, что там еще, Foxford, Skillbox. На Skillbox я подписывалась, они мне постоянно ВКонтакте присылают какие-то автоматические рассылки, но мне пока не приходилось проходить их курсы. Так я в основном пользовалась, наверное, только Курсерой, и помню, что самая моя первая платформа, с которой я познакомилась, была Арзамас. Знаешь такую там лекции по истории, культуре, да, вот это все. Очень здорово. Ты пользуешься таким? Арзамас, у них нет как бы своей курсовой платформы. Ну, у них там курсы полноценные, просто они все бесплатные по истории, по литературе, искусству. Мне очень нравилось. Да, я имею в виду не Skyeng, не там не коммерческое, это тоже такая история, по-моему, ну, да. Не коммерческая все-таки. А ты пользуешься какими-то российскими платформами для курсов, там, не знаю, для прохождения курсов? Ну, вот, если не брать Арзамас, который я люблю смотреть на YouTube в основном. Я несколько там зарегистрировался там по программированию, но пока еще так подробно их не изучал. Вот, я проходила на степике Python, вот, но там тоже было бесплатно, да. Что да, нет, классно, нет, да. У нас очень айтишная страна, на самом деле, как бы, по большому счету. Ну, просто это то, что сейчас у всех на слуху, все понимают, ну, точнее, так подается эта профессия программиста как что-то очень важное и нужное. Ну, действительно так, дизайн, программирование, вот все, что можно вывести в какой-то онлайн-заработок. То, как люди будут популярность. Да, и поэтому все эти курсы и платформы, которые предлагают такие курсы, очень хорошо продвигаются, особенно у нас. Да, очень, очень это здорово. Ну, вообще вот в целом, да и в целом, мне кажется, по миру именно эти направления пользуются наибольшей популярностью. Что-то, что позволит тебе, не знаю, быстро найти работу, если ты вдруг ее потеряешь по причине, не знаю, вот такого дистанцирования или по причине того, что твои функции отмирают. Да, мне кажется, сейчас это очень актуально. Да, действительно, потому что навыков нужно все больше и больше, учитывая, что вообще мир меняется, и нужно быть готовым к
потому что, как раньше, да, говорили, что есть хардскиллы, да, что нужно уметь, как там, забить гвоздь у себя дома, не призывая никого. Сейчас уже нужно уметь не гвоздь забить, а не знаю, ну, что-нибудь другое, связанное с... Ну да, софт-скиллы тоже очень популярны, там, лидерство, public speaking какой-нибудь. Да, нет, я имею в виду, что хардскиллы, я про это, я безусловно с тобой согласен, я имею в виду, что хардскиллы меняются от забития гвоздей, а, да. Zoom, как минимум, вот я в этом смысле скорее имею в виду. Ну, да, софт-скиллы, это безусловно, это, наверное, отдельная тема. Напоследок, торгом, давай, как мы и хотели с тобой, порассуждаем про тренды в онлайн-образовании. Мы, конечно, не эксперты в этой области, но так как мы оба являемся пользователями всех этих онлайн-платформ, и мы сейчас учимся дистанционно, и нам еще предстоит это, и ты свой проект начал развивать тоже в онлайне. Будет интересно поразмышлять о том, что вообще будет популярным в будущем в этом сегменте онлайн-образования. Прежде всего, мне кажется, что именно то, что мы обсуждали в вашем случае, вот ваша узкая направленность в школе дипломатии, это очень популярное движение, наверное, сейчас, потому что уже существует очень много общих курсов о том, что уже многие знают и многие получили эти знания. Но мне кажется, что сейчас будет классно фокусироваться на чем-то очень узком, то есть выбирать свою нишу и позволять человеку узнавать что-то очень новое, и, ну, не очень новое, новое и очень редкое, чтобы он понимал, что вот эти полученные знания будут его повышать его конкурентоспособность на рынке и делать его таким незаменимым специалистом, грубо говоря. В общем, предлагать ему какое-то уникальное знание. Вообще, наверное, в любом сегменте, когда растет конкуренция, ты должен все более и более уникальный продукт уметь предлагать. Да. Еще, наверное, тоже мы эту тему затрагивали вскользь. Ты говоришь, что сейчас очень многие студенты сидят через мобильные телефоны и так далее, но изначально, наверное, онлайн-платформа предусмотрена для компьютеров, и вот будет классно, если многие из них там перейдут на хороший, удобный, усваиваемый формат для мобильных телефонов, потому что мне, например, этого очень не хватает, когда я пользуюсь той же самой Coursera, но она более-менее удобная, но какие-то другие платформы, они не приспособлены для мобильных телефонов. И было бы очень классно, если бы на этом тоже акцентировалось внимание. Не знаю еще, что бы я выделила в трендах, вот как мне кажется. Я читала, что сейчас очень много появляется проектов именно для детей. Например, тот же самый проект, ну, вот, по изучению английского языка, в который внедряется геймификация. То есть ты, например, выбираешь какого-то героя, допустим, ты бегаешь, выполняешь задания, тем самым ты учишь что-то новое, и ты делаешь это с интересом, потому что мы-то сами заинтересованы в получении знания, но будучи, например, маленьким ребенком, тебе не всегда это понятно, зачем вообще нужно, и тебе нужно быть заинтересованным всегда и быть вовлеченным. Поэтому, мне кажется, это тоже очень классное направление, в котором следует развиваться. Но вот для меня интересны вот эти три пункта. Мне кажется, что они будут набирать популярность. А ты что думаешь? Да, эти пункты действительно интересны. Я, правда, думаю, что они скорее подходят к разным степеням, ступеням, вернее, образования. Да. Геймификация, наверное, в высшем образовании... Ну, мы вообще в целом говорим про онлайн-образование. Возможно, да. Разумеется, там, в школьном образовании и так далее. Но это, на самом деле, не было изобретено в связи с карантином и эпидемией. Что нет, вот нет, это в целом сейчас тренды, просто не они давно есть, и, в общем-то, многие, так сказать, хорошие учителя и преподаватели это применяют. Но я думаю, что вот, я соглашусь очень с тобой, мысль о том, что вот, ну, я позволю себе развитию, если, может, я тебя неправильно понял, но то, что ты говоришь, что узкие более будут предметы, я это вижу именно как больше уход в специализацию образования, но в то же время мне хочется с этим поспорить, потому что вот мы начали говорить о том, что действительно важную роль приобретает наличие разных скиллов, разных навыков, и софт, и хард, потому что образование сегодня — это процесс практически пожизненный, и ты постоянно должен уметь переключаться. Ты сегодня делаешь немножко одно, завтра другое, и, ну, скажем, условно говоря, я вот по специальности, можно официально это говорить, вот, да, международные отношения. Но
Например, вот моя, ну, мое вот увлечение, моя школа, которую я развиваю, это, то есть он тоже международные отношения, но это все-таки образование. В этой школе я много делаю, что касается, ну, условно назовем это технологиями, да, там, платформы и так далее. Но этому меня не учили в университете, по большому счету. У нас были там классы по информатике, но нас этому там не учили, например. Но, тем не менее, этим нужно овладеть, значит, как нужно самостоятельно или как-то овладеть, чтобы иметь возможность это делать. То же самое касается многих других навыков. Я просто привел маленький пример. Да, ну, получается, в данном случае нужны курсы про то, как создавать курсы. Нет, да, но это частный пример, это понятно. Я просто хотел как бы глобальный тренд показать. Мне кажется, тут идет именно столкновение двух трендов. С одной стороны, как это говорится, из обществознания было, гуманитаризация образования, да, то есть это именно его специализация, насколько я помню, да, не значит, что он гуманитарным становится, а значит, что он становится специализированным. По-моему, не знаю, перепутал. Не подскажу тебе. Образование становится более специальным, более узким, потому что важно найти именно вот ту узкую область, потому что который человек может быть успешен. В то же время, с другой стороны, тренд, который как бы идет в положенную сторону, и наоборот сталкивающийся, не знаю, как сказать, что нужно все большим количеством навыков овладевать. Вот я, кстати, хотела бы, чтобы мы с тобой, может быть, даже отдельно обсудили эту тему, потому что у меня постоянно внутри случается коллапс, потому что я в одном месте где-то слышу, что человек должен уметь многое разное и ко всему быть готовым, потом я такая, да, я буду сейчас получать разные скиллы в разных каких-то вещах, буду во всем там, ну, не то чтобы прям суперпрофессионалом, но нормально разбираться. Потом я прихожу в другое, например, место, и мне говорят, нет, ты знаешь, нам важно, чтобы человек был с узкой направленностью, и вообще там разбираться во всем, это значит не знать ничего. И это очень интересная тема, которую тоже можно обсудить. Да, я думаю, что действительно это так. Потому что совершенно... Тем более вот с приходом этого... Заканчивая это дело, с приходом с этого вот нынешней ситуации коронавирусной, мир стал очень непредсказуем. И он и раньше, потому что не сильно предсказуем, но можно было хотя бы какие-то, ну, на год, на два тренды понять. А сейчас, ну, кто мог сказать в январе, что в декабре, например, что вот будет так, например. Ну, я сомневаюсь, что многие могли это сказать. Mm-hmm. Понятно, была тенденция на то, что дистанционное образование, вот, онлайн-технологии, они будут все сильнее и сильнее входить в жизнь ежедневную жизнь всех людей на Земле, это понятно. Но что это настолько быстро случится, что буквально через пару месяцев просто это будет как факт. То самое сейчас никто не может сказать, что будет в феврале 2021 года, потому что совершенно непонятно, в какую сторону пойдет. Uh-huh. Да, говорят, что вакцина вот уже на стадиях клинических испытаний и так далее. Кто не знает, что будет на самом деле. Ну да, поэтому надо быстрее, интенсивнее развивать это все онлайн-платформы, и особенно в России, наверное, нужно этим, да, хорошо заняться. Даже в плане не то, что увеличивать количество предложения, а больше, наверное, на уровне университетов и школ развивать технологическую составляющую и в целом повышать осознанность среди преподавательского состава и среди администрации о том, как это важно и вообще необходимо, и как этим всем заниматься. Это работа, быть, так сказать, ежедневная, ну, воспитательная, не в плохом значении этого слова, с людьми разных поколений. Потому что, на самом деле, я вот это вижу. Я думаю, что, наверное, на этом мы можем подойти к концу нашей сегодняшней беседы. Я думаю, что вот, учитывая, что вот мы живем, да, вот, не знаю, не согласитесь со мной с этими словами, что мы живем в интернете фактически, часть нашей жизни проходит в интернете, так скажем, и эта часть, она, ну, в общем-то, не маленькая, по большому счету, уже давно, это не полчаса в день, или там, не знаю, там, знаете, у меня есть в интернете, там, нет, это очень существенно, и нас узнают во многом через интернет уже, у нас складывается мнение, исходя из наших профилей в интернете, и вообще, и много чего от нас складывается. Но дело в том, что вот мы, люди, которые так живем, все-таки это довольно-таки определенная возрастная характеристика. Люди определенного возраста.
Ну, скажем так, до 30-35, ну, там, есть люди, конечно, 50-60-70, которые активно представляют себя в интернете, но я имею в виду все-таки про большую, про критическую массу, да? Вот. Но вот в американском университете, неважно, сколько тебе лет, ты нормально, скорее всего. На самом деле очень важно, там то же самое. Абсолютно. Думаешь? Не знаю. Конечно. Я встречала там только людей, которые выбираются нормально. У американцев, на самом деле, уже пошла новая тенденция, но это отдельная тема, у них уже наоборот идет возможность... Наоборот, на вот этот вот отказ от всего. Ну, если даже не отказ, то очень сильно фильтровать себя в интернете. Ну, да. К этому тоже постепенно приходит. Но, так вот, и вот я что хочу сказать. И получается, что как бы люди, которые сегодня продвигают все это информационное, ну, скажем, развитие, я бы так сказал, информационное развитие, они, мне кажется, это опять диалог поколений, они не понимают, что не для всех так это просто, не то, что в техническом даже плане, ну, в техническом плане овладеть, ну, не думаю, что так, у человека, это не сложная история. Именно в моральном плане к себя этому сделать привычно, сделать для себя это естественно. И мало кто разговаривает и пытается это объяснить на спокойном, не языком, вот это, вы бумер, а вы не бумер, а объяснить это по нормальным языком, чаще, которые понимают и те, и другие. Потому что если сегодня прийти к людям, да, взрослым, там, учителям, преподавателям, ну, они вынуждены сегодня вот так жить, но им это сложно. И начать с ними говорить на языке непонятном для них во многом, ну, это глупо. И, к сожалению, этого очень многие не понимают. И очень многие думают, что все должны вот сходу, вот, но это так не бывает. Нет-нет. Коллаборация, помощь, взаимоподдержка и все прочее, да. Да, да, безусловно. Мне кажется, это очень важно. Поэтому мне нравятся всякие истории, которые я читаю иногда, что курсы компьютерной грамотности, помощи для... Вот, и... Которые люди... тоже проходят в онлайн, да? Ну, по крайней мере, там людям объясняют не только техническую часть, но еще людям делают привычно вообще эту атмосферу, да. Что вообще вот это нормально, что, в принципе, это довольно комфортно, и к этому можно спокойно относиться. Как бы не к чему-то вынужденному, а к чему-то естественному для себя, приятному. Ну вот. Да, я с тобой согласна в этом плане. Ну что, будем надеяться, что в России онлайн-образование будет развиваться активно, и коммерческие проекты, и государственные. Главное, чтобы экономика не рухнула, и люди могли приобретать все онлайн-курсы, которые сейчас существуют. Ну, даже если она рухнет. Ну, если она рухнет, то ты будешь в первую очередь потреблять то, что тебе, ну, вещи какие-то первой необходимости. Да. Об образовании ты уже будешь думать в последнюю очередь. Ну, сейчас есть очень много бесплатных онлайн-курсов. Можно стать международником со всех сторон, если у тебя вдруг нет средств. Я не желаю того, чтобы экономика рухнула, и все остальное. Я имею в виду, что как бы, ну, думаю, что она не рухнет, конечно, но на любом случае образование — это очень важно, и важно, чтобы оно тоже развивалось вместе с обществом, а не отставало от него. Даже вообще образование должно опережать, я считаю, общество. Вот. И двигать общество вперед. Безусловно. На этой прекрасной ноте мы завершим наш разговор. Спасибо тебе большое, Торгом, за эту интересную беседу. Спасибо тебе, Софа, большое. И... подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на все наши подкаст-платформы Apple iTunes, Яндекс.Музыка, ВК-подкасты. Оценивайте нас, пишите комментарии, делитесь мнением. Мы это очень ценим, любим и ждем. И до новых встреч. До свидания.